Знаменитое здание Елисеевского магазина, или как его называли современники, Дом Торг, стало революционным для Санкт-Петербурга в плане стиля, новаторским по технологиям и первым настоящим универсальным магазином продуктов в северной столице. Архитектор Гавриил Барановский был одним из пионеров модерна, и всего за год строительства к 1903 году сумел правильно освоить колоссальное вложение своего заказчика, купца первой гильдии и кавалера Ордена Почетного Легиона Григория Григорьевича Елисеева. Магазин торгового товарищества «Братья Елисеевы» стал шедевром купеческого модерна. Гранитная рустовка, металлические витражи, железобетон соседствуют с гигантскими фигурами, олицетворяющими торговлю, промышленность, искусство и науку, специально изготовленными скульптором Адамсоном. Все здание выстроено с высочайшей тщательностью, с вниманием к мелочам и абсолютной рациональностью. Даже те критики, которые в штыки восприняли столь помпезное здание, как будто кричащее о непомерном богатстве купца Елисеева, не могли не отметить его логичную, удобную планировку. На первом этаже расположился, собственно, магазин. Вышколенный персонал следил за каждым апельсином, за каждой селедкой, чтобы, упаси бог, не было пятнышка или заветренности. Целая бригада ветеринарных врачей проверяла товар еще до того, как он стал убойной. При магазине работала пекарня, варили мармелад и варенье, жарили кофе, заготовляли соленья и маринады. О винных погребах слагали легенды. До 15 тысяч бутылок собственной Мадеры и прочего вина Елисеев выпускал в продажу каждый год не только в России, но и по всей Европе, а также в североамериканских штатах, как их тогда называли. Под магазином располагались подвалы, где в огромных холодильных камерах хранился почти годовой запас провианта. Эти подвалы помнили и другое. Еще до строительства Елисеевского магазина на их месте были погреба купца Кобозева, откуда террористы-народовольцы рыли тоннель, чтобы заложить бомбу под императорскую карету. Но государь тогда поехал другой дорогой. Над роскошным магазином расположился концертно-театральный зал, украшенный витражами, не сохранившимися до наших дней. Не сохранился и излюбленный архитектором Барановским сплошной балкон, единой линией отсекающей верхние этажи от торгового яруса. Такой балкон он использовал при строительстве других елисеевских домов. С 1929 года второй этаж занимает театр комедии. Третий этаж занимали ресторан и казино. Елисеевский магазин пережил разные эпохи, утратил часть интерьера, но благодаря высочайшему качеству строительства выстоял под бомбежками, сохранился и в годы разрухи и запустения. Советская власть обустроила в нем гастроном номер один. Свежая Стерлядь сменилась на Сельдь и Васи, но в народе Елисеевский всегда носил имя своего основателя. С советским периодом связана также легенда о знаменитой Елисеевской люстре. Она появилась в 30-е годы, и сотни лампочек Ильича должны были освещать нововведенные механические кассовые аппараты. Люди же поговаривали, что это купец Елисеев перед бегством в Париж переплавил все свое золото и спрятал его в люстре. Это миф, и судьба миллионов Елисеева весьма прозаична.